Военно-воздушные силы США в конце октября этого года заключили контракт с оборонной компанией Raytheon Intelligence and Space стоимостью $340 миллионов на проведение работ по программе Mobile Census. По этой программе, Raytheon Intelligence and Space будут до 2031 года заниматься технической поддержкой и усовершенствованием радиолокационной системы Cobra King, установленной на корабль USNS Howard Lorenzen, и предназначенной для слежения за запусками баллистических и космических ракет. Иными словами, цель этого контракта — Пентагон хочет в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году следить за запусками ракет своих вероятных противников, таких как Китай, РФ и Северная Корея. Формально, сам корабль Howard Lorenzen входит в состав ВМС США, а вот система Cobra King на этом корабле приписана именно к военно-воздушным силам Соединенных Штатов. Система Cobra King была запущена в работу в 2014 году и выступает частью системы слежения за запусками космических и баллистических ракет, принадлежащей Пентагону. Кроме морской Cobra King, к этой системе относятся также наземные радиолокационные станции Cobra Ball, Cobra Shoe и Cobra Dane. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра!